Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Xiaomi Mi Note 10. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим Fast Boot. Итак, для начала вам нужно зажать и удерживать кнопку питания, после чего нажать на кнопку выключения и нажать на нее еще раз. Подождать несколько секунд, пока телефон полностью вырубится, а затем вам следует одновременно нажать и удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. На счет 3. Раз, два, три. Нажимаем и удерживаем. Все. Удерживаем до появления вот этого вот зайчика, кролика, кто он там такой, с советской звездой, точнее не советской, простите, а с коммунистической звездой. И сломанным андроид-роботом, во всяком случае, находящимся на починке. В общем-то, как выйти из этого режима? Чтобы из этого режима выйти, вам нужно будет нажать и удерживать кнопку питания до тех пор... Вот, да, я уже жму на нее. Нужно будет нажимать на нее до тех пор, пока телефон не перезагрузится. Но, внимание, предупреждаю. Да, вот, то есть телефон начал перезагружаться, уже отпускаем. Внимание, если вы уже начали процесс прошивки, процесс обновления, процесс патчирования, если так вообще можно сказать. Если вы уже начали этот процесс, тогда уже нельзя перезагружать принудительно телефон, потому что это может привести к нарушению файловой системы устройства. В общем-то и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!